Опубликовано официальное изображение Vivo Apex 2019, второго в мире смартфона без кнопок и разъемов. Вчера компания Meizu анонсировала смартфон Zero, начисто лишенный каких бы то ни было разъемов и механических кнопок. Сегодня схожая модель должна появиться у Vivo. Официальный анонс состоится позже, ну а пока в сети появилось официальное изображение смартфона. Картинка подтверждает название модели – Apex 2019. Несмотря на неважное качество, видно, что она не имеет обычных механических клавишей, судя по всему, разъемов тоже. Не видно и сканера отпечатков пальцев. Но сейчас, после вчерашнего анонса Meizu, уже понятно, по какому пути пошли разработчики Apex 2019. Скорее всего, основную роль тут играет экран, в который интегрирован сканер отпечатков пальцев, громкоговоритель и микрофон. Зарядка обеспечивается беспроводным способом, а вместо клавиш включения и регулировки громкости – сенсорные поверхности. Само собой, пока это только предположение, ну а как дела обстоят на самом деле, узнаем через несколько часов.